как для железа нужно испытание, что в деле трудном друг не подвести, так человеку Бог дает страдание. Ты только верь, молись, терпи, и солнце выйдет из-за дождь, и все осветит на пути. Благословения придут, ты только верь, молись и жди, и солнце выйдет из-за туч, и все осветит на пути. Благословения придут, ты только верь, молись и жди. Когда нет сил снести страдания эти, и ждет лишь неизвестность впереди, жизни может быть уныние, что от больших ветров не устоял. Достигнет цели тот, поднявший крылья, кто уповал, молился, ждал. И солнце выйдет из-за туч, и все осветит на пути. Кто терпит и вперед идет, в конце пути войдет туда, где встретит Бог.